Тогда приходит Иисус из Галилеи на Иордан к Иоанну креститься от него. Крещение Господне – праздник, который православные в России традиционно отмечают купанием в освященной проруби. Ее также называют Иордань. В этом году обустройство всего комплекса для барнаульцев обошлось городу примерно в 500 тысяч рублей. На завтра у нас будет полная готовность по объекту и такая техническая приемка. То есть на сегодняшний день, по сути, нам осталось привезти две бани, непосредственно саму купель, по которой люди будут спускаться, и щиты для установки раздевалок. На речном вокзале Барнаула на месте крещенских купаний уже установлена снежная часовня, крест для проведения службы. Несмотря на погодные условия, ведется расчистка. Погода не то, что для купания в проруби, даже для стояния в русле реки не предназначена. Поэтому прежде чем прийти сюда и окунуться, посоветуйтесь с врачом. А прежде чем трижды окунуться, трижды подумайте. Выдержат не все. Особенно это относится к обладателям хронических заболеваний, в первую очередь сердечно-сосудистой и бронхолегочной систем. Холодная прорубь может дать осложнения. Одномоментное одноразовое купание в холодной воде, оно большой-то пользы не имеет. Это огромный стресс для организма. Во-первых, спазм сосудов, выброс гормонов, и идет обострение хронических заболеваний на этом фоне. Поэтому, если человек решил все-таки заняться вот этим купанием, то нужно как бы обследоваться хотя бы, знать свои заболевания, свои противопоказания. Опасности подстерегают даже здоровый организм. Нельзя входить в воду резко. Врачи не советуют окунаться с головой. К тому же стоит учесть, лед скользкий. Травматологи советуют не ходить босиком, лучше в толстых носках или обуви. Согреваться баней или растиранием, но никак не алкоголем. Вылазь давай. Для безопасности барнаульцев будет организовано дежурство спасателей. Оно начнется с завтрашнего дня и продлится до 23 часов 19 января. Толщина льда позволяет, она составляет порядка 53 сантиметров, позволяет одномоментно на купели находиться 50 человек. Ну, будем регулировать движение, так что безопасность будет обеспечена. Погода в воскресенье будет похожей на сегодняшнюю. Синоптики обещают до минус 10, а скорость ветра может достигать 17 метров в секунду. Будьте готовы! Андрей Дрейер, Алексей Фризин. День с толком.